Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео закупка продуктов из магазина «Лента». Ездил у меня туда муж. Получилось у него где-то 8133. Ездил он у меня по моему списку. Ну и плюс, конечно же, взял еще кое-что на свое усмотрение. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, вот такая закупка получилась у моего мужа. Давайте по традиции начнем с мяса. Во-первых, он набрал у меня вот тут вот таких штучек. Наггетсы, они были по скидке, вот такие разные. С ветчиной, с сыром, обычные классические. И вот такую чебо-пиццу. Он у меня очень любит такие вещи. Он, когда нет возможности пообедать, ну, он знает, что там поедет на работу, нет возможности пообедать, он берет с собой просто в контейнер обжаренный и... Ему очень сильно нравится. Он говорит, даже разогревать не надо, потому что очень вкусно. И, кстати, марка Комароска вот эти вот очень нам понравились. Вкусные прям там мясо, а не, знаете, такой фарш. Так что советую. Здесь также у меня взял мне тесто дрожжевое замороженное, слоеное, две упаковки. И основу для пиццы 365 дней. Кстати, очень нам нравится. Можно даже не в духовке, а в микроволновке делать пиццу. Так что... тоже советую. Дальше здесь у меня рыбка, филе, ментая, замороженная, без кожи. Здесь 800 грамм в упаковке. И видите, вот этот вот панцирь, который, да, или как это называется, замороженный, он у них не такой сильно толстый. Это очень нравится мне вот в лентовской рыбке. Так, дальше кусочек мяска. Это свиная корейка по 324 рубля. Такой неплохой кусочек. Очень даже, видите, жира мало, так что пожарить или запечь в духовочке будет отлично. Дальше фарш домашний по 329 рублей. Ну, там скидка еще по карте, в чеке будет видно. Сыр, сыр Богатов 500 на 185 рублей. Кусочек пошехонский тоже на 158 рублей. И обычный российский, который, как я уже много раз говорю, мы используем в основном для запекания. Кстати, неплохо он плавится. На 133 рубля. Так, вот это любимый сыр моего мужа, сулугуни. Он его очень любит. Вот такой кусочек. И еще вот такой сыр сливочный плавленый. Тоже, кстати, лентовская вот этой марки. Очень вкусная. Сосиски вязанка. Меня спрашивали про сосиски и сардельки. Вот эта вязанка. Нам очень нравится. Они вкусные, не химозные. Ну, отличные сосиски, сардельки. Еще «Папа может» нам очень нравится марка. И как раз-таки у меня здесь колбаска. Вот такая филейная, вареная. «Папа может». У меня тоже муж любит себе по утрам делать яичницу со всякими, вот с колбасой такой, с, ну, в общем, со всякой, да, такой. И вот такую вот еще колбаску взял, лентовскую, традиционная, сырокопченая, вот такая. Но здесь, я так понимаю, жирочек такой будет. Вот, здесь вот эта палочка получается на 462 рубля. Ой, 462 грамма, кстати. Так, и, конечно же, он у меня еще взял сало с чесноком и черным перцем. Я, кстати, тоже люблю вот такие штуки всякие. Стараюсь их есть поменьше, но вот муж иногда покупает, иногда с удовольствием ем. Дальше, здесь чуть-чуть совсем молочки. Творог Пискаревский, две упаковочки. Ну, так просто поесть. И, кстати, в последнее время полюбила творог с вареньем кушать. Просто сверху варенье наливаю и ем. Мне нравится. Вот, молоко, большая кружка. А соус он купил, вот этот кисло-сладкий Махеев. Махеев тоже нам очень нравится. Соусы различные, очень вкусные. Не уксусные, не химозные. Нам нравится. Особенно вот этот кисло-сладкий. Ему уже очень нравится. Он немножечко такой островатый. Так, дальше у меня здесь мука предпортовая, батон «Лента», потом еще вот такой, видите, это от марки «Каравай», пророщенные зерна пшеницы, ржи без дрожжей, вот такой хлебушек, обычный хлеб столовый «Караваевский», хлебный дом «Тостовый», и здесь очень... Тоже любимые моего мужа вот такие сырные лепешки. Очень они ему нравятся. Видите, одна штучка получается 77 рублей. И вот это 65. Но здесь по весу, видите, идет. Вот, также он у меня взял вот такие... Кстати, они очень вкусные. Маффины шоколадные.
таки 53 рубля получается цена по карте за две штучки. Но они, видите, какие огромные прямо. И вот такие еще маффины марципановые. Тоже 100 грамм. Получается 99 рублей. Вот эти подороже. Ну, видите, они какие прям огромные. Так, дальше здесь еще упаковку макарошек. Вот таких вот. Тоже, кстати, вкусные вот эти макароны вот этой марки. Так, и фрукты. Значит, здесь у меня яблоки. Red Chief. Такие красные. Бананы. Они тут у меня помялись. Пакет помялись, и пакет порвался. Поэтому я ценник сюда наклеила, чтобы не забыть. По 54 рубля на 70 рублей получается. А дальше здесь еще пакетики. Два манго, кстати, неплохие такие, достаточно мягкие. Авокадо тоже вот такие. Если они сильно твердые, хотя вот эти вот, я смотрю, мягенькие такие, то я их обычно просто кладу, ну, где-нибудь на кухне при комнатной температуре, они доходят и становятся уже спелыми и мягкими. Так что вам тоже советую, особенно когда на них какая-то распродажа, они бывают в основном зеленые. Но в распродаже я покупаю, кладу, и они доходят. И получается очень вкусно. Люблю с чесночком их, кстати. С чесночком, зеленью какой-нибудь просто на тост намазываю на завтрак. Вот две штучки авокадо, две штучки манго. Дальше здесь помидорки. Вот получается по 117 рублей. И упаковку огурчиков на развес. Огурцы в ленте в последнее время не очень хорошие. Они такие прям мягкие-мягкие. Поэтому в основном упаковками. У меня здесь сетка картошки. Лук обычный. Я всегда беру обычный эконом. Он, кстати, очень хороший лук. Хоть и дешевый, скажем так, но хороший. Не гнилой, ничего в нем такого нет. А дальше капуста, качешок белокочанная по 20 рублей. Дальше кофе. Ну, мы берем обычно кофе по акции какой-то. Вот это тоже, кстати, вкусное кофе. Так что вот упаковочку. И здесь у меня всякие напитки, соки. Мультифруктовый, апельсин. Это любимый сок мужа. Яблоко, ягоды. Потом вот это актуалька на сыворотке. Неоновый мохито тоже у меня все домашние любят. И еще муж взял вот такой вот сок. Это не стекло, это пластиковая, видите, бутылочка. Ну, должно быть, наверное, вкусно очень. Видите, он прям такой густой-густой. Тоже с удовольствием попробуем. Мультифрукт. Содержит клетчатка целого фрукта. Вот, видите, какой надо состав посмотреть. Восстановленный, без добавления сахара. Состав яблочный сок, пюре из манго. Вот, видите, без всяких ешек и тому подобное. Вот это, наверное, вкусный сок будет. Также он у меня взял лимонад и сказал, что на скидке было шампанское Боско. Я, кстати, его очень часто раньше покупала, потом он как-то поднадоел. Вот, и вот муж взял снова, говорит, пусть стоит, на всякий случай, мало ли, гости какие-нибудь придут. Так что вот такая вот у меня была закупка, сейчас вам покажу чек. И вот чек. Итого сумма составила 8133, скидка по карте 2664. Так что вот такая вот закупка была моему мужу. Он, кстати, в последнее время у меня что-то зачастил магазин «Лента». Вот, ну, едет с работы, спрашивает, там, звонит, спрашивает, нужно ли что-то купить. И, конечно же, домой всегда что-нибудь нужно. В этот раз он только забыл корм для котов. Вот, еще собаке надо было мне купить, ну, что-нибудь говяжье, либо легкое, либо сердце. Ну, может быть, я уже отдельно среди недели сама съезжу, потому что надо тоже животных надо кормить. Вот, и собака у меня, кстати, тоже, да, спрашивали, но я уже говорила, как-то отвечала, собака у меня ест каши, варим ей на костном бульоне с добавлением туда и легкое у нас, и сердце, ну, в общем, с добавлением всяких субпродуктов, в общем, и овощей и тому подобное. Я иногда покупаю ей вот эти банки, кладу, потому что когда много овощей, так получается, да, она не очень их любит и, в общем, добавляем для вкуса. Так что вот так вот. Ну, и коты, как всегда, конечно же, привереды, они мне не каши вообще никак не хотят есть, но они у меня уже в возрасте. Так что мне нужно будет еще съездить, ну,
может быть, на выходных уже, наверное, даже купить котам. Ну, это можно и в Пятерочку куда-нибудь заскочить. Вот. Так что вот так вот у нас получилось. Вот, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!